Всем привет! Сегодня разбираем замечательную задачу про квадраты. Ее условие было следующим. Дан голубой квадрат, скажем, А, Б, С, Д. Рассматривается розовый квадрат К, Л, М, Н. Такой, что вершина К располагается на стороне А, Б, вершина Н на стороне А, Д, а сторона Л, М проходит через вершину С. Контуры квадратов пересекаются в точках П и Q. Требуется установить, что отрезок ПК проходит через центр розового квадрата. Для решения этой задачи достроим фигуру до более симметричной, а именно нарисуем еще один больший квадрат, описанный около розового со сторонами, параллельными сторонам голубого. Тогда по понятным причинам голубой квадрат и свежепостроенный имеют общую диагональ. Это в частности означает, что у прямоугольных треугольников PLC и CMQ одинаковые длины высот, проведенных гипотенузом. Кроме того, в этих треугольниках равны пара углов при основании. Следовательно, эти треугольники равны. Тут можно либо заметить, что треугольники подобны и они имеют равные высоты, или заметить, что своими высотами они разбиваются на пары равных прямоугольных треугольников. Итак, от двух углов квадрата К или М отрезаны равные прямоугольные треугольники. Опять же, сделаем картинку более симметричной и отрежем еще от двух оставшихся углов такие же треугольники РКП и QNR. Нетрудно видеть, что четырехугольник PCQR тоже является квадратом, и его центр совпадает с центром квадрата К или М. А значит, отрезок ПК проходит через этот центр. Именно это и требовалось доказать. Задача решена.